Что происходит? Эти суки украли аккумулятор из гаража. Мотоцикл пиздец. Блядь. И... Что еще? Какой-то парень грохнул наших ребят и ошивается по канализации. Что еще за ублюдок? А не знаю. Блядь, тебе нужно найти его, понял, бля? Ясно. И собери народ, нам нужно что-то делать. Ну,
Отвезу я отсюда, блюдо. Что за хуйня? Заходи, это клуб Свен. Здесь я спрашиваю, ты прямо там. Ладно, заходи, приятно. Что тут происходит? Что я творится? Тебя не убил? Что за хуйня? Кое-какие нужны вещи. Тебе себя взорвать. Ну что, бабки наши? Договорились, я с тобой. Никогда не пойдет против Ники. Посмотрим. Ключ принес? Ключ? Я думал, что он у тебя. Что за хуйня, блядь? Ники нас выбит, блядь, за то, что мы не принесли ключ. Ты, пидор, блядь, забыл его. Какого хуя все стрелки на меня? Я что, тут крайний?
тупой, бля? Как же тебе хватило ума прийти сюда? Я же сказал тебе, что тогда будет, бля. Я тупой? Нет уж, это ты был глуп, что оставил меня в живых. Вот сукин сын, блять, он смылся! Невероятно, это ублюдка надо грохнуть! Вот и мы! Спасибо за помощь. Ну и где мои 20 баксов? Совсем забыл. Говна кусок. Пришел ко мне. Ха-ха, смешно. Какие мы не...
сука, совсем охуела. Он заебал меня уже окончательно. Да ладно, бля, все будет нормально. Бля, все далеко не нормально, все хуево. Не надо было эту суку оставлять в живых. Но кто мог знать, бля? Знать, бля, ты мудак. Нужно было башкой, бля, думать, а не хуем своим. У этого ублюдка, похоже, мозгов больше, чем у тебя. Да какого хуя, бля, ты на меня орешь? Бля, да я тут, бля, так же виноват, как и ты. Хуйня все, кончай базар. Нам надо поймать этого ублюдка. Точно, бля. Снова позволил этому ублюдку съебаться от тебя. Ну подожди, бля, я все сейчас объясню. Засунь в жопу свои объяснения. Ты упустил этого ублюдка. Блунт, я поручаю это дело тебе. Ясно. С чего мне начать? Бля, да мне похую. Ты хоть всю землю перерой, но достань мне эту суку оттуда. Если придется, займусь и этим. Ручка клапана не помешала. Фу!
Дерьмо. Теперь этот ублюдок начинает собирать братву. Пиздец, ты знаешь, что будет, если он соберет свою банду? Этого никогда не случится. Кто он такой? Да он, бля, говна кусок. Бля, какого хуя ты так уверен? Ты хуй знает, сколько не можешь поймать этого пидора. И при этом, бля, говоришь, что он кусок говна. Короче, собирай братву и найдите его. Бошки оторву. Thank you.
Что тут происходит? Это будет тебе стоить 50 баксов. Я продам тебе билет за 50 долларов. С левого пути. А вот и я, сука. Сейчас ты сдохнешь медленно и мучительно. Ты наделал слишком много проблем, но теперь тебе пиздец. Ха!